Люди во все времена любили самоутверждаться за счет слабых и терпеть не могли тех, кто сильнее. Поэтому, если кто-то, например, был слишком умным, то его сразу же сжигали на костре или снимали кожу заостренными ракушками. А из всяких несчастных фриков, наоборот, собирали цирки уродцев и возили по стране, чтобы даже самый распоследний деревенский идиот мог почувствовать свое над ними превосходство. Потому что всегда приятно быть круче других, не прилагая никаких усилий. И поэтому, если кто-нибудь, скажем, отсосал у президента или, например, был пойман голым на мосту с козой, то это был сразу типа зашквар. И жизнь такого человека стремительно превращалась в источник улзов и сплошное тролало. Выход был один. Бежать. Желательно на другой конец земного шара, где никто не знает ни о тебе, ни даже о твоей стране. И там попытаться все начать сначала, зная, что в родном крае твоя история позора будет вечно передаваться из уст в уста и, может, даже станет городской легендой. А уж когда человеки изобрели смартфоны, интернет и социальные всяческие сети, то оказалось, что затроллить можно практически любого. Главное вовремя снять, как твой лучший друг блюет в ужин или как одноклассница, нажравшись, обсирается на вечеринке. И тогда можно выложить это куда-то в общий доступ и собирать лайки, просмотры, смешные комменты и вообще ржаку. И самые близкие люди вдруг начинают гадко хихикать и тыкать пальцем в неудачника, не говоря уже об остальных. И поскольку никогда не стыдно бывает только политикам, а ты, например, просто школьница Лора, которая внезапно понимает, что друзей у нее на самом деле нет, а мир вокруг превращается в сплошное «Эй, посри еще!», то может так случиться, что Лора не выдерживает и происходит... Такая вот цена за ржаку. Ну а чё, на этом бесконечном карнавале жизни лузерам места нет. И твои так называемые френды всегда готовы слить вечность каждый фейл. Так что лучше убрать к херам всех из друзей, пока говно не повстречало вентилятор.